Добрый вечер. Приветствую, уничтожитель Дейдра. Прощай. Чёртовы крысы, все время они шныряют, тучные нервы начинают.
Приветствую. У тебя. Добро пожаловать в таверну «Западный Велт». Я Эрина Джеранус. Хозяйка, если тебе понадобится постель или еда, обращайся ко мне. Давай займемся делом. Все в особняке Саммитмист мертвы. Там была вечеринка, окончившаяся трагедией. Ну, так говорят. И тебе всего наилучшего. Привет! Если ты сделаешь еще шаг вперед, я превращу тебя в пепел. Отойди! У меня нет времени на твои жалкие попытки завязать беседу. А теперь уходи, пока я не стал скверным. Thank you.
Не могу двигаться. Все затекло. Должно быть, это чертов мед. Ha ha ha!
тебя веет силой. Для меня радость говорить с тобой. Мне нравится здесь. Я не верил, что так будет, но теперь я чувствую себя в Кропсфорде, как дома. Спасибо тебе за все, друг мой. Прощай. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Наша маленькая ферма преуспевает, но без твоей помощи мы бы не смогли этого добиться. Навещай нас, когда захочешь, мы будем рады. Еще увидимся. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Я не забуду твоих заслуг перед нашим поселением. Кто знает? Быть может, однажды Кропсфорд станет процветающим городом, и все благодаря тебе. Удачного тебе дня.
Нет! Нет, я опоздал! Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя. Именем Ситиса! Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне. По отношению к темному братству. Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой. Чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Твой первый контракт был на убийство Селедена. После этого погибла семья Драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми, твои жертвы продолжали жить. Вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители, Янгалим, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины. Они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Разве ты не понимаешь? Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче. На ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди. И да поможет нам всем Ситис. Ступай. Узнай имя предателя. Мы положим конец этому безумию и восстановим власть Черной Руки.